Всем привет! Сегодня я, Алексей, и мой коллега Егор. Привет!
Хотели бы вам кое о чем рассказать. Вот на первый взгляд два обычных велосипеда. В них нет никаких особых наворотов. Эти два железных коня, если их так можно назвать, провели много времени в дороге и тем самым заслужили наше доверие, а именно в скорости, управляемости, надежности и, конечно же, безопасности. А теперь позвольте рассказать, почему мы остановили свой выбор на этом тракторе и этом комбайне, который даже передачи переключить не может. Во-первых, максимальная мощность, которую я смог развить на этом агрегате, составляет 5,42 лошадиных силы. Во-вторых, максимальный крутящий момент составляет 158,76 ньютон-метров. В-третьих, радиальные подшипники, находящиеся в главной движущей части велосипеда, нужны для того, чтобы снять вибрации в переднем колесе. Суппорт позволяет мне переключать 21 передачу. И, наконец, поговорим о максимальной скорости. Максимальная скорость этого велосипеда, по моим подсчетам, составляет 89,726 км в час. Барахло! Посмотрите, что выбрал я. Это ни много ни мало... Stealth.